Ну-ка, что там твой бог про меня говорил? Мой бог зовет тебя вороньим демоном. Он отправил ангелов найти и убить тебя, а потом низвергнуть прямо в ад, чертово отродье.
Как хорошо. Эйвор. Пока тебя не было, йомсвикинги воевали за других ярлов. Вот их плата. Мне уже пора. До встречи. Сюнин, укажи путь. Мне пора в путь. Прощай. Приходи еще. Теперь будет удобнее. Осмотрись вокруг.
У меня есть кое-что только для тебя. Покажи-ка, что у тебя тут продается. Как твой друг, говорю, купи это. Ты найдешь этому применение. Тебе это очень пригодится. Советую купить. Нет, правда? Все очень добротно сделано. Нравится? Идеально. Нет, правда? Ты среди моих лучших покупателей. И что, это все? Еще увидимся. Всегда тебе рада, Эйвор. Так что ты тут делаешь? Мы с моим дедушкой рыбаки. Поможем тебе всем, чем сможем. Приноси пойманную рыбу, мы за нее заплатим. Знаешь, если у нас не будет места для работы, мы мало что сможем сделать. Будет время, займись этим, пожалуйста. Мне пора. Удачи. Заглядывай. Спасибо, Эйвор. Теперь тут и правда рыболовный промысел. А ты здесь за главного? За главного у нас тут мой дедушка. Но он говорит, что труд учит ответственности. Кроме того, по секрету. Мне с людьми легче болтать, чем ему. Понимаешь? Да. Хорошо, что вы здесь. Вы оба. Я кое-что принес.
Дедушка будет рад увидеть такой улов. Мне пора. Увидимся. Прощай! Эйвор, твоя щедрость просто безгранична. Что, все? Мне пора. Удачи. Заходи еще. Скажи, что там впереди. Кайсом, скажи, что вы с Басимом собираетесь делать теперь? В Англии много городов, а у нас в них много дел. Люнден, Йорвик, Винчестер. Все три кишат членами ордена, к которому принадлежал Кьотве. А власть их простирается еще дальше. Думаю, в Англии их больше, чем в любой другой части света. Они сеют раздор так же, как Кьотве в Норвегии? Не просто раздор. Они распространяют невежество, приучают людей унижаться и истязать себя ради власти. Тебя это сильно волнует. Конечно.
Для того и появились незримые, чтобы освобождать тела и души людей от любых неестественных оков. Но в Англии нас не было больше 4 столетий. Незримые не ступали на эту землю с падения Римской империи. За это время Орден Древних сумел порядком разрастись и окрепнуть. Теперь нам придется непросто. Для начала нам с Басимом не хватает лишь конторы. Будем благодарны, если найдешь время и средства на ее постройку. Я постараюсь. Такой дом мне как раз подойдет, Эйвор. Спасибо. Если плоды твоего труда нам пригодятся, сможешь владеть им, пока живешь среди нас. Еще как пригодятся. У нас с тобой общие враги. И они крепко вцепились в Англию. Если нам удастся искоренить эту заразу, искать союзников будет куда проще. В Лундоне Орден чувствует себя очень привольно. Уничтожишь его, горожане будут у тебя в долгу. Обсужу это с Рандви. Узнаю ее мнение. Славно. Но погоди пока уходить. Я приготовил тебе дар. Какой? Здесь показать не удастся. Пройдемся? Пожалуй, веди. Тебе явно тяжело дышать, Хайсом. Рана все еще беспокоит. Боюсь, что да. Больно в груди, а как мне эту боль утолить, ума не приложу. Не бойся. Главное, чтобы разум был остро, а тело заживет. Верно. Но я не хочу расстраивать наставника. Ты готов рискнуть жизнью, чтобы угодить Басиму? Этого мне не понять. Я и не ожидал. Еще при первой встрече я увидел в твоем взгляде тень подозрения. Какую-то настороженность. Хочешь что-то спросить? Нет, я просто вспоминаю. Тебе не больно править лодкой? Нет, не бойся. Меня утомляет лишь длительное напряжение. Я чересчур быстро устаю. И какой же дар ты приготовил? Не я дам его тебе. Ты сам себе его вручишь. Вновь загадки. Вот счастье-то. Скажу немного иначе. Мой дар нельзя получить или отдать. Это образ жизни. Яснее не стало. Проще будет показать, чем объяснить словами. Что ж, подожду. Прости за шутку. Мой дар тебе – прыжок веры. Одно из самых важных таинств нашего братства. Это не оружие, что мы обращаем против врагов, а способ укрепить нашу решимость. Как и ваши молитвы, он помогает собраться с силами, успокоиться, изгнать из сердца страх. Наконец, это способ быстро перемещаться и скрываться. Ты сказал прыжок. Не слишком ли высоко мы лезем? Опять я вижу в тебе тень сомнения. Почти пришли. Ну вот мы и добрались. Сбросишь меня с обрыва, да? Если надо подвинуться, чтобы проще было столкнуть, ты скажи. Так не выйдет сюрприза. Чтобы совершить прыжок веры, нужно положиться на высшую силу. На богов? На себя самого. Поверь, что смерть придет лишь в тот миг, когда ты будешь к ней готов. Прими это и забудешь страх. Наши смерти уже предсказаны, вплетены в ткань самого мира.
Нам ни к чему бояться гибели. Славно. Значит, ты уже готов к моему уроку. Я прыгну первым, когда скажу «следуй за мной». Уверуй, почувствуй свою силу и лети. Мне нужно прыгнуть? Отсюда? Да. Сперва дождусь, пока крылья отрастут. Спасибо за урок, но... Стой! И смотри. Хайсом! Хайсом! Совсем свихнулся? Ты же ранен. Видишь? Моя вера пересилила страх. А глина смягчила падение. Эйвор, от тебя я такого не ожидал. Да! Отличный прыжок. Понравилось? Ты был прав. Смесь безумия и силы поборола страх. Дар, что я вручу себе сам. Теперь ясно. Спасибо за урок. Не за что. Тебе спасибо, что доверился. Ты назвал прыжок веры важным таинством. Скажи, все незримые его практикуют? Насколько мне известно, это обряд посвящения, который ввели незадолго до рождения Иисуса. Хочешь посвятить меня в незримое? Попытался бы, если бы думал, что ты за. Но цели у меня в Англии другие. Мы с Басимом ищем крупную дичь. Орден древних. Да. Помнишь медальон, который ты нашел на теле Кьотви? Это их символ. Они чума, что мы надеемся исцелить. Мы с ними схожи в том, что действуем тайно. Но их цель не освободить мир от оков, а править им. Орден в этом далеко не одинок. Мы с Сигурдом хотим того же. Заполучить собственные земли и все, что к ним прилагается. Не сравнивай себя с ними. Члены Ордена не знают ни чести, ни морали, ни сострадания. Но они заняли не один трон в Англии. Если ты хочешь усмирить этот край и обезопасить свой клан... То в моих интересах помочь тебе. Я все понимаю. Тебе нужны союзники. А нам победа над этой заразой. Цели у нас разные, но мы можем помочь друг другу. Кажется, что этими землями правят простоватые ярлы и тены. Но за ними стоит нечто большее. Всем здесь незримо управляет Орден. Ничто не происходит без его ведома. Эта отрава уже все тут пропитала. Орден подчинил себе всех. От беднейших рыбаков до богатейших торговцев. От тенов до королей. Басим дал мне одно задание. Найти и устранить членов Ордена Древних в Англии, в каких бы темных норах они ни прятались. Если объединим усилия, это пойдет на пользу нам обоим. Твое влияние в Англии вырастет. А ты наберешь еще медальонов? Именно так. Начать стоит с Люндена. Мне доложили, что Орден как раз пытается захватить его. Я обсужу все это с Рандви. В Люндене смотри в оба. Вдруг увидишь где-то наш символ. Когда-то у незримых были конторы по всей Англии. Вроде их было 6. Внутри могут найтись документы, отмеченные тем же знаком. Они бы мне очень пригодились. Конечно. Спасибо, Хайсом. За все.
Дай взгляну на товары. Все, ничего больше не нужно. Мне пора в путь. Прощай. Да славятся твои подвиги. Ширы. Этот называется Ледочестершир. Язык сломаешь, верно? Как вы и думали, сыны Рагнара выдвинулись туда давно. Мы знаем, что Ивар и Уба живы и здравствуют. Они сейчас в Рептоне. Вы славно потрудились. Отдохните, выпейте порогу Эля. Вы его заслужили. Спасибо, Рантли. Мы будем рядом, зови. Thank you.
сюда! Для чего эта комната? Для моего верного клинка. Для тебя. Чтобы поспать, отложить топор и побыть наедине с собой. Тебе нравится? Она мне подходит. Но мне бы хватило и простой койки у причала. Я не лучше других воинов. Дело вовсе не в этом. Ты нужен мне рядом, в нашем длинном доме. Хоть я и ярл нашего клана, мы правим им вместе, как и всегда. Так что начинай обживаться, и встретимся у конюшни, как закончишь. Шкатулка для писем и прочих записей. Случалось спать на кроватях и похуже. Здесь можно будет отдохнуть. Скромно, но все мое.